Всем привет! И сегодня я хотел бы рассказать о странном глюке, произошедшем с экшн-камерой первого поколения от компании Xiaomi. Глюк произошел после отснятых в общей сложности около 50 часов Full HD видео. Ну что же, поехали! Обычно я веду съемку с включенным Wi-Fi и, соответственно, использую телефон в качестве видоискателя. Глюк заключается в том, что после нескольких секунд или минут съемки, здесь важный момент, только при съемке видео изображение на телефоне начинает жутко тормозить. Выскакивает сообщение, что качество изображения снижено и комфортно снимать становится невозможным. При этом остановить съемку с телефона можно только с очень большой задержкой. Сперва я предположил, что плохо работает Wi-Fi и поэтому на телефоне такие лаги. Но это оказалось не так, потому что управление на самой камере также начинает происходить с большой задержкой. Нажимаю кнопку «Остановить запись», а камера продолжает снимать. И только через некоторое время останавливает запись. При этом с записанным видео все в порядке. Оно совершенно нормально воспроизводится без тормозов при последующей проверке на компьютере. Это и ввело меня в ступор. Если бы что-то случилось с картой памяти, то видео записать бы не удалось, подумал я и продолжил поиски. Первое, что я попробовал сделать, это hard reset камеры. Сначала из приложения, выбрав соответствующий пункт, а затем и с помощью самой камеры, зажав кнопки Wi-Fi и питание на несколько секунд. Это в итоге не помогло. Второе, что я предпринял, вытащил карту памяти и отформатировал ее на компьютере. Это также не помогло. Третье, что я сделал, установил другой полностью заряженный аккумулятор, и это также не помогло. Через некоторое время я подумал, что хоть карта памяти и записывает видео, но может что-то с ней случилось, и по каким-то неведомым причинам она не хочет работать правильно с камерой, как прежде. Откопав у себя старую, маленького объема, низкоскоростную карту, я вставил ее в камеру. И о чудо! Камера заработала, тормоза исчезли, как на самой камере, так и через Wi-Fi в телефоне. Стало быть, причина жутких тормозов была не в камере, а в карте памяти. При этом карта осталась в рабочем состоянии. На нее можно свободно фотографировать и даже снимать видео, хоть и с тормозами. Позже я проверил карту на скорость записи чтения. Тест на чтение карта прошла превосходно, а вот тест на запись не совсем. Поначалу скорость записи держится в норме, но через некоторое время начинает быстро падать до критической отметки. И уже с такими показателями ни о какой нормальной записи Full HD видео речи идти не может. Ну что же, как оказалось, к камере нет никаких претензий, а причиной медленной работы стала заезженная карта памяти, которая, по всей видимости, исчерпала свой ресурс и поэтому перестала нормально функционировать. Надеюсь, это видео кому-нибудь поможет в решении проблем, и вы потратите меньше времени на их исправление. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!